Есть еще такая позиция «стоп-ситуация». Мне она очень нравится, хотя мне не всегда удается применять, но сейчас. Это вот как бы сообразить, что происходит сейчас. Да. Что где с тобой? Я нахожусь? Где я нахожусь? Что происходит сейчас с моими родными? Угу. Где сейчас моя дочка? Где сейчас мой сын? Где сейчас мой муж? Где сейчас моя мама? Где я сама? И какой сегодня... Вот просто обозначить, да, вот эти вот. И это, ну, иногда помогает. Конечно, тоже, особенно что... когда человек мыслями унесся уже через 30 лет вперед, когда уже все ресурсы закончились. Угу. И это очень важно понимать, да, что ты можешь сам себя из стабильного состояния выводить в нестабильное, еще и других людей при этом туда вовлекать в больших количествах. И это очень хорошая вот эта практика, то, про которую вы сказали, про стоп, да, что она показывает тебе, прямо в реальности сейчас угрожает тебе что-то? Вот сейчас есть сию минуту, сию секунду даже.